Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Путь от приблотненного пионера до патриарха джаза занял полвека. Почти уже стал уркой, но Бродвей меня переманил к себе. Носили узкие брюки, длинные пиджаки, кок с двумя проборами. Друзья-джазмены шарахались от меня, поскольку рок тогда был страшно непопулярен в джазовой среде. Создал, взлелеял, воспитал легендарный «Арсенал». Джаз, фанк, рок, хип-хоп, регги, авангард, электроника, народные мотивы и классика. В «Арсенале» можно найти все самое интересное, что случилось в музыкальном мире. Он всегда был в хорошем смысле инноватором. Смелость, с которой Козлов совмещал разножанровые какие-то вещи в одном месте, они, конечно, были просто поразительны. Просто он чувствовал веяние времени. Он все время вперед, ему интересно. Неудивительно, что уже несколько поколений слушателей считают музыку Алексея Козлова саундтреком своей жизни. Он как ледокол, который пробивал... Знаете, он не хотел любить то, что любят другие. Мне не нравится там идти всем в ногу, петь в хоре и так далее. В этом и заключается его прогрессивное начало. Это человек, который все время ищет и, самое главное, находит. Это вообще-то гениальный человек на самом деле.